Добрый день, всем здравствуйте. Сегодня будет такой интересный ролик по следам предыдущего ролика. А виновником или спонсором сегодняшнего ролика является компания «Наша электроника» со своим индукционным нагревателем «Микроша». Значит, приобретен был вот такой аппарат «Микроша 2000». Фирма «Наша электроника», город Азов. Ссылка на сайт, где можно это приобрести или посмотреть, поинтересоваться, будет в описании под роликом. Ну или где-то здесь в конце ролика интерактивные ссылки. Сам прибор был хорошо показан в прошлом ролике, да, ну и частично его работа. Мы грели в том ролике с вами обоймы с подшипников, гнули отвертки, арматуру и так далее. После этого ролика в интернете, ну, в комментариях под этим роликом появилось много вопросов. О, целый списочек. Вот такой вот. Вот я их выписал, все эти вопросики. И в сегодняшнем ролике попытаюсь на них ответить. Да? Начнем, наверное, с самых простых. Можно ли на этом аппарате пожарить сосиску? Ну, сосиски у меня нету. Но у меня есть кусочек сала. К салу все неравнодушные. Начнем с интересного, да? А попробуем давайте просто пожарить чего-нибудь. Вот есть кусочек копченого сала. С новогоднего стола, так сказать. Ну, состав сосисек и сала, я думаю, небольшая разница у них, да? Ну, в сосисках может быть больше химии и меньше мяса, чем здесь. Но я думаю, будет опыт вполне уместен. Ну, кончились сосиски, сожрали все, а идти неохота. Отрезаем просто-напросто небольшой ломтик. И попробуем узнать, как действует вот эта индукционная печка или печка-нагреватель с токами высокой частоты, индукционный нагрев. А токи высокой частоты – это наша индукционная кухонная микроволновка, да? Там тоже токи высокой частоты. Но здесь я немножко другой диапазон. Он призван воздействовать на металл. Это устройство и этот аппарат сделан для гаража, для кузовного ремонта, для ремонта автомобилей и так далее. То есть он заточен под воздействие на металл. Ну, сейчас узнаем, как он воздействует на органику. Вот так это назовем, да, нашу сосиску. Так, ну вот так, наверное, сделаем. Для контроля воздействия электромагнитного поля прибора на наше блюдечко, наверное, давайте возьмем кусочек металла, отрежем. Вот, я отрезал кусочек металла, ну и поместим его, ну я не знаю, где, рядышком или... А давайте вот так, прям сверху вот кусочка сала. Значит, что мы будем сейчас делать? Многие обратили внимание, что у этого аппарата для его удешевления абсолютно никакой дизайн, да, то есть просто кирпич, который помещается в руке. Вес 1 килограмм, даже чуть меньше, там 900 с чем-то грамм. Из всего интерфейса, опять же, для удешевления и упрощения конструкции всего одна кнопочка пуска. Точнее, даже не пуск, а включение нагрева. Кнопки пуск даже нету. Он просто включается сразу в розетку. Включаем. В аппаратике сразу закрутился моторчик. Выход сюда. То есть очень просто. Поэтому никакой дизайн. Если сделать какую-то ручку, он станет крупнее или по бокам, то есть им будет труднее залазить в какие-то труднодоступные места. Можно ли было его ужать дальше? Ну, возможно. Это вопрос уже не ко мне, а к конструкторам. У меня что есть, то есть. Испытываем. Ставим сюда. Регулятора мощности нету. То есть, если аппарат находит какой-то металл, он с ним взаимодействует. Специально поставлен плоский индуктор, не кольцевой, который надо вовнутрь совать, ну, кусок сала сюда запихивать, ну, сами понимаете. Попробуем работать через вот такой индуктор. Поставили, нажимаем кнопочку, я включаю покрупнее. По ходу эксперимента я буду включать ускоренное воспроизведение. Вы это, может быть, не всегда заметите, картинка статичная. Я буду просто голосом, я еще не умею секундомер вставлять в кадр. Я буду просто голосом говорить, что происходит, на какой секунде. Итак, включаю. Ну, загорелся светодиодик, да, то есть аппарат заработал. Пошел на индуктор напряжения. 10 секунд работы, воздействия по камеру мы никакого не видим. 30 секунд воздействия, включенный аппарат, пока никакой мы это не видим. Так, появляется какой-то дымок, откуда еще не пойму. Смотрим дальше. А, ну вот в луче прожектора видно, да, что какой-то дымок выделяется. Так, работает ровно минуту. Давайте выключим. От сала пошел треск и шум. Сейчас попробуем. Само сало холодное, ребят, абсолютно. А вот железочка
Железочка у нас нагрелась. Железочка нагрелась, он даже след прожарочки есть. Ну, она маленькая, быстро остынула. Ну, горячая, ребят. Так, ну что, продолжим? Подержим еще одну минуту, посмотрим, что произойдет. Еще плюс 30 секунд. Ну, зашкварчало и румянится, ребят. Дым идет уже откуда-то. Подпрыгивает, как оно. 45 секунд. Выключаю. Время ровно еще одна минута. То есть суммарно мы с вами поработали. Ух ты, смотрите, что произошло. А наша спиралька-то раскалилась. О, как стало. Ага, и досочка почему-то сгорела. И загорелась наша досочка. Ну, я подкладывал на всякий случай. Не знаю почему. Ну, у меня под низом же верстак железный. И вот наше сало. И вот наш кусочек железа горяченький. То есть, в принципе, сало жарится. Наверное, сосиску можно будет пожарить, погреть. Я не знаю. Нет у меня сосиски. Но запах, ребят, копченое сало. Ё-моё. Представляете, оно стоит, шкварчит, шипит. Ха-ха! С ума сойти. Так, ну пока мы любовались нашим кусочком сала, прошла минута, вентилятор продул, отсюда перестал идти теплый воздух, и меня заинтересовал вот этот феномен, почему загорелась досточка. Неужели вот эта микроволновка воздействует на доски? Вы видели, была спираль аж красная, давайте попробуем. Просто ложу на спираль, видите, чистое свежее место, пробую, нажимаю. Время, нажал. 10 секунд, полет нормальный. 30 секунд. Полет нормальный. Но если прикрыть от света, сама спиралька начинает разогреваться почему-то. О! И далее что происходит? Ага, спираль разогревается, краснеет. Вот такие дела. Она обернута стеклотканью, так что температура в 600 градусов, когда она светится, начинает, для стеклоткани не страшно. У нас с вами есть 1,5 минуты воздействия. Досточка горит. То есть вот эта штука каким-то образом воздействует даже на органику. То есть она близка по своему воздействию на кухонную микроволновку. Ну что ж, вот такой эксперимент, тоже эксперимент. Сало остыло, скукожилось, вот такой вот. А давай это румяная корочка. Ну, в общем, сосиски жарить можно этим аппаратом, ребят. Давайте проведем еще один эксперимент. Кстати, проводить эксперименты очень удобно. Показываю, почему. Смотрите. Можно взять вот этот индуктор и перегнуть туда, куда нам надо. Трубочки-то медные. Так, я перегнул трубочки, да, чтобы... Не трубочки, а спираль. Спираль сделана из медной проволоки диаметром 3 мм. 3 или 4, ну где-то так. Просто медная проволока. И теперь проведем следующий эксперимент. Давайте посмотрим, насколько вот такой плоский индуктор, кондуктор, круглый мы видели с вами, вчера нагревает хорошо, будут греть железо. То есть мы сможем сейчас увидеть эпицентр нагрева, скажем так, или как это назвать. Просто ложу, смотрим, что происходит. 10 секунд. 15 секунд. 20 секунд. 30 секунд. Но у меня горит верхний свет, наверное, будет вам плохо видно, но пошел прогрев. 45 секунд. Ровно минута, выключаю. То есть за одну минуту спиралька, кстати, тоже раскалилась, видно, да, там в тенечке. И сама железяка раскаляется. Ну, пятак такой, сантиметра 3-4 получается. То есть железка нагревается. Отсюда следует следующий вопрос, который также часто фигурировал, да. Можно ли пожарить сосиску? Можно. Нагреть железку? Можно. Ну, это мы знаем. А вскипятить чайку можно или нет? А тут есть как бы теперь у нас серия опытов с вами. У меня есть стандартная армейская алюминиевая кружка. Порция воды. Кто служил в армии, ее прекрасно знает. Ставим. Кружка алюминиевая. Держим по времени одну минуту. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, давайте я, наверное, камеру переставлю. Ну, вот так будет видно, что происходит в кружке. Я постараюсь стол не шатать, чтобы волн не было. Так, время. Включаю. Пошла какая-то вибрация интересная.
15 секунд. 30 секунд. 45 секунд. Минута. Да, спиралька разогрелась, а кружка, ребята, еле-еле теплая, в принципе, холодная. Спираль сама себя разогревает, а на алюминий не воздействует, и кружка просто холодная. 1,5 минуты времени. Выключаю, остужаю, пытаюсь выровнять сейчас спиральку, немножко она деформировалась. Так, ну вот аппаратик остыл, спиралечку я немножко подровнял. Давайте проделаем следующий эксперимент. Тот же самый объем воды, армейская алюминиевая кружка, но уже в кружке из нержавейки. Ну, она, сама кружка чуть побольше, но материал нержавейка. Ну, вот есть у меня магнитик дверной. Он абсолютно не магнитится. То есть пищевая нержавеечка, мягенькая, не магнитит. Включаю. 10 секунд. Кто видит, с кружки видно, пошел пар. На дне кружки образуются пузыречки. Вам видно? Надеюсь, видно. 30 секунд. 45 секунд. Минута ровно. Минута 15. 1,5 минуты. 2 минуты ровно. Выключаю. Ну, в принципе, чайничку очень-очень горячий, практически закипел. Спираль, как ни странно, практически без нагрева. Блин, как бы вам показать. Ну, не красная, как под алюминием, да, и как под сосиской. То есть спираль в этом случае разогревала не сама себя, а кружечку с кипяточком. Ну, а далее 30, так, тут у нас все. И здесь, кстати, все холодное. Когда грели алюминиевую кружку, тут все внутри нагревалось, кружка нет. Кружка с нержавейки, греется она, а сам аппарат, в принципе, ну, тепленький, да, но не такой сильный нагрев за те же 1,5-2 минуты. А давайте еще поставим. Ну, интересно же, да? Включаю. Вот, сразу внизу пузырьки, газики начинаются. Тридцать секунд. Ну и все, закипел. 40 секунд. Закипел. То есть там предыдущих 2 минуты и тут-то 40 секунд. То есть, в принципе, если без паузы, наверное, до 2,5 минуты он бы закипел. Так, это кружка из нержавейки. А давайте сделаем следующий эксперимент. Тот же самый объем. Армейская кружка, сколько мне? 0,5 литра, 400 грамм. Ну, армейская. Но теперь железная кружка, просто эмалированная. Ну, нет у меня голой ржавой железки. Есть эмалированная. Сейчас подождем, чтобы аппаратик остыл у нас. В рекомендациях как написано у нас? 2 минуты работы, 2 минуты отдыхает. 2 минуты работы, 2 минуты отдыхает. Поэтому и была на предыдущей кружке у нас с вами, я через 2 минуты выключил, через минутку опять включил. Если бы так, то мы понимаем, да, что за 2,5 минуты кружка бы нагрелась. 0,5 литра воды, ребят. Ну вот, с аппарата перестал идти, в принципе, уже теплый воздух. На кружке из нержавейки аппарат практически не нагрелся. Давайте, ставим точно так же теперь эмалированную кружку. Спиралька маленькая, кружка большая, воздействие получается точечное. Может, поэтому КПД как бы низкий. Ну, мы пробуем, играемся, да, смотрим, на что способен этот аппаратик. Просили, делаем. Время, включил. 15 секунд. Ну, внизу появились маленькие пузыречки. Я не знаю, на камеру видно, я вижу. 30 секунд. Пузырьки внизу увеличиваются. 45 секунд. Пузырьки начинают отрываться, там какая-то кавитация пошла. Ровно минута. Минута 15. Минута 30. Минута 45. 2 минуты. Попробую не выключать. С аппарата вроде бы не сильно, ну как, воздух теплый, но не обжигающий. Попробуем понаглеть.
2.15. 2.30. 2.45. 3 минуты. 3.30. 3.45. Ну и все, вот он закипел, ребят. 4 минуты ровно, я выключаю. Чайник закипел, дрожит, прыгает. Спиралька, ну так, чуть-чуть розовенькая. Значит, какой вывод мы можем сделать? Аппаратом чай вскипятить можно. Эмалированная кружка. Кружка литровая, пол кружки есть, да, то есть пол литра воды. 4 минуты до кипячения. Кружка из нержавейки. Те же самые пол-литра воды. Кружка тоже литровая. 2 минуты 30 секунд. Ну, видимо, сказывается то, что тут эмаль. Здесь непосредственно контакт с самим этим. И алюминиевая кружка. 2.30 мы выдержали. Разогрелась спираль, покраснела, стала мягкой, крышка с нее упала, но кружка осталась холодной на ощупь. То есть на алюминий эта печка не воздействует, на нержавейку и на сталь воздействует, ну на железо, да? Нержавеющие материалы и можно греть железные. Алюминий бесполезно. Да, но не забываем, что сало жарится, даже в фарфоровой тарелочке. Так, первых два вопроса мы ответили. Пожарить сосиску – жарится. Ну, мы кусочек сала жарили. Погреть чайку – не вопрос. Можно ли напаять резец? Вот тут, конечно, уже будет вопрос. Давайте попробуем резец напаять. А что делать? Народ требует. Ну, в принципе, сам индуктор, вот, пока я с вами разговаривал, он уже и остыл. Ну, горяченький еще, конечно. Откладываю плоский индуктор. У плоского индуктора, кстати, есть еще несколько назначений. Я потом попробую вам показать. Ну, а теперь актуальный. Да? Вопрос задавали много и часто. А можно ли напаять резец? Не знаю. Давайте будем пробовать вместе. Я сделал вот такую заготовочку. Ну, имитация резца, да? Пластиночка 20 на 7 миллиметров. Зачистил ее. Так, выставляем. Регулируем индуктор. Удобно, видите, он из проволочек. Можно на разную высоту настроить его. Делаем, чтобы помещалась сюда наша державочка. Во, помещается и заходит. Давайте я вам ракурс поменяю. Камера, свет есть. То есть, ну видно, да? Пластиночка, и вот наш индуктор будет на нее наезжать. Дальше. Беру кусочек латуни. Ну, какой-то контакт у меня тут был. Вот, какой-то контакт, чего-то был, я обрезал с него просто кусочек латуньки. И просто вот кусок победита. Если будет видно, так, вот сейчас поближе фокус. И мы видим, это не ВК-8, не нашел, у меня есть Т-15К6. То есть очень крепкая, быстрорежущая сталюка, которой можно даже нержавейки обрабатывать, да? Твердая штучка. Вот ее и давайте припаяем. Ну, ВК-8 не нашел, у меня нет напаек. Просто вот так ложим. Ребят, буры у меня тоже нету. Я давным-давно не занимался пайкой резцов. Но, по крайней мере, вот этот бутерброд без буры. Мы увидим, он сможет латунь расплавить или нет. Конечно, плохо, смачивости не будет. Но мы, по крайней мере, увидим, нагревается, не нагревается, плавится латунька или нет. А давайте вот так еще для эксперимента, чтобы нам было видно, что происходит с латунью. Просто вот кусок латуни положим сверху. Надеюсь, вам видно? Видно. Теперь вот так вот. Наставляем сюда индуктор. Ну вот он примерно по центру. Давайте вам еще крупнее сделаю. Старт. Время пошло. 15 секунд. Железка начала синеть, побежалась, да? То есть вот эти синие цвета, это температура где-то 200-250 градусов. Железка начинает белеть, синие цвета, да? Побежалась. То есть мы приближаемся к 300 градусам. Начинает светиться. Темное свечение это где-то 400 градусов. Я могу ошибаться, плюс-минус как бы, да, но все равно процесс видно. Время 45 секунд. 50 секунд. Ну, как видите, магнитное поле по-разному воздействует. Просто железка уже красная, победитик еще так себе, да, то есть вот начинает выравниваться. Время ровно 1 минута. Начинает все светиться равномерно. Латунька, он лежит, такой темненький квадратик наверху. Ждем. Минута 15.
Как ни странно, теперь вот этот кубик, да, победит, стал сильнее разогретым. Это не значит, что нижний потемнел. Нет, ребят, просто камера сама автоматически цветовую температуру выдерживает, яркость. Красный намного ярче, чем нижний, поэтому кажется, что нижний остывает. С аппарата пошел теплый воздух. Время у нас... Сейчас будет ровно 2 минуты. Время 2 минуты. Выключаю. Все дело в том, что в аппарате с него пошел прям горячий воздух. То есть вот это внутри раскаленная железячка. Ну вот прошла минута, уже все остыло. То есть мы видим, да, ребята, что за 2 минуты разрешенных для этого аппарата, ну если форсировать, спалить его или еще так далее, возможно, что-то и произойдет. Но с него начинает идти явно горячий воздух, поэтому я не рискую. Металл нагревается, ну и судя по температуре, вы видели, что последних секунд, скажем так, 30, температура не росла. Она дошла до вот этой, то есть, видимо, это предел, на котором работает этот аппарат. Многие писали, что... А давайте вот просто ради интереса сравним. Сейчас вот это все дело остынет, я попробую горелкой. В общем, данный аппарат резцы, наверное, паять не сможет. Не нагревает он. Потому что я помню, когда я паял резцы газом, да, они становились ярко-оранжевого, желтого цвета, соломенного такого. От металла сейчас искры начинали отлетать. Только тогда происходила пайка, да, приварка латунью. Здесь до этой температуры было явно еще очень и очень далеко. То есть данный аппарат при мощности 2 кВт не в состоянии припаять резец. К сожалению, но это так. Для этого существуют более мощные аппараты. Да? Если перейти на сайт производителя, ну, как видим, данный аппарат с проблемой на пайке резцов не может нам помочь. 2 кВт – очень слабенький аппарат. Ребят, я постудировал специально интернет. Резцы начинаются паяться аппаратами мощностью где-то от 5-8 кВт мощностью. А уверенно они паяются в аппаратах где-то уже около 15 и выше кВт. Там это происходит быстренько, уверенно, несколько секунд резечек спаивается. Этот аппарат, ну, не способен он на это. Но это, наверное, все равно, что 125-й болгаркой, да, резать рельсу, когда у нас есть специально рельсорезы, да, так называемые шлифмашинки с кругом 400 мм, с бензоприводом и так далее. И ковырять ее маленькой 125-й болгарочкой или там 110-й. Пилить можно, но долго и без результата. То есть, видимо, здесь то же самое. А, кстати, давайте проведем еще один эксперимент. Многие писали, что я бы горелочкой эту же самую работу туда-сюда легко и просто. Вот пишут, что горелка дешевле, еще что-то, да я бы горелочкой, там за 300, за 400 рублей, вот эти горелочки, 300, 400, 600 рублей. Это вот хитрая горелка, можно переворачивать, эту нельзя переворачивать, но она чуть мощнее. В общем, давайте, вот этими горелочками засечем время и попробуем до этой же температуры нагреть наши железочки. Итак, время пошло. Ну, как видите, держу кончик пламени, максимально высокую температуру, да, многие физику учили. 15 секунд. 30 секунд. 45 секунд. Минута. На одной минуте от индукционной печки уже все было красным. Полторы минуты. Минута 45. 2 минуты. Только-только начало краснеть. 2,5 минуты. Напайка с моей стороны краснеет. Давайте подключим вторую горелку. 3 минуты. 3,45. Вот наконец-то мы достигли той температуры, как у нас было в микроволновке, да? Но это двумя горелками, одна не успевала. Железка остывала быстрее, чем ее нагревала. Две горелки, 4 минуты. 2 минуты одна и 2 минуты уже вдвоем.
Пошел нагрев. Начинает наконец-то латунька разогреваться. А давайте да попробуем дождаться, расплавится латунь или нет. Ну, по-моему, это предел. Больше не нагревается. Я направил перпендикулярно, чтобы максимально, скажем так, температура была, да? Грею стык там, где кусочек латуньки лежит. Время 5 минут, видимых изменений нету. То есть минуту целую лежит, дальше не разогревается. Отвожу горелку вверх, в нижней части начинает остывать. Вниз подвожу, ну, чтобы равномерно был прогрев. Давайте еще подержим. Ну, в общем, ребята, 10 минут времени. У меня же в баллоне газ кончается, вот в этом начинает. Разницы нету, латунь не разогревается. То есть оно все красненькое, но латунь еще не думает плавиться. То есть вот в таких маленьких бытовых горелочках из баллончика резцы, к сожалению, тоже не появятся. Так что кто писал, я горелкой за 300 рублей сделаю, не врите, пожалуйста. Выключаю. 10 минут, уже 11 пошла. Разницы никакой нету. То есть больше прогрева не получается. Ну что, ребят, продолжим отвечать на вопросы, да? Значит, напаять резец этой индуктивной горелкой не получается. Маленькая мощность. Но на сайте у производителя есть горелки мощностью, ну не горелки, а нагреватель индукционной мощностью 5 кВт. И по спецзаказу они вам могут сделать и 10, и 15 кВт, да? Но это уже надо выходить к ним на сайт, ссылочка будет там. Роли под роликом или в конце ролика, да, или набирайте в Яндексе, в Гугле «Наша электроника», и к ним заходите, задаете вопросы, там есть у них контакты, с ними обговариваете, спрашиваете, если вам нужна мощная индукционная печка. То есть напаять резец у нас не вышло, пожарить сосиску, ну, в сосиске не было сала, пожарили, значит, сосиска тоже будет жариться. Погреть чайку, я повторяюсь, греется, только не в алюминиевой посуде. Посуда с нержавейки нагревается. Он до сих пор пар еще идет, пока мы с вами резцы паяли. Дальше, что у нас? Цена «Космос». Тоже один из вопросов актуальнейший, да? Ребят, ну, цена, наверное, складывается из комплектующих. Все вы в курсе, что у нас уже в России комплектующие практически перестали делаться. И если можно что-то приобрести, то это, к сожалению, или Китай, или Европа. Надежные, хорошие поставщики с хорошими элементами, это и тот же самый, там, я не буду рекламировать, но европейские фирмы, да, у нас, немецкие, там, ну, немецкие, еще там чьи-то, итальянские, французы у нас хорошие, да, делают сварочное оборудование, Италия хорошая делает сварочное оборудование, немцы, вот, не будем повторяться. Можно заказать там, но, естественно, европейские комплектующие, они дороже, чем китайские. Вот отсюда и получается несколько другая цена у этого аппарата. Многие говорили, ты скрой его и нам покажи. Ребят, ну, во-первых, он куплен за деньги, да, и он еще на гарантии. Плюс фирма гарантирует, видите, он весь на заклепках. Корпус у него на заклепках. Вот. То есть он не разборный. Соответственно, если я высверлю заклепки, это будет сразу видно, что я туда залазил, гарантия у него слетает. Я этого не хочу. Да, мне фирма, когда мы с ней обговаривали, сделали определенную скидочку, но гарантию я терять тоже не хочу. Если вскрываем, то мы разрушаем крепеж. На этот вопрос я тоже ответил. Почему нету ручки, почему нету дополнительных кнопок и так далее? Опять же, ребята, это сделано в сторону удешевления конструкции. Да? Я повторяю, здесь комплектующие. Возможно, да, я еще не заглядывал вовнутрь. Ну, как я туда загляну? Ну, вот смотрите. Вот попытайтесь сами заглянуть. Что вы видите? Ну, на каком-то феррите вот там трансформатор намотан. Вот одна обмотка, вторая, то есть, да, какой-то импульсный там чего-то трансформатор есть. На каком-то феррите вот тор намотан. С этой стороны, ребят, пропеллер. Ничего не видно. А зонда, да, который через дырочку туда заглядывает, у меня еще нету. Ну, не приобрел я пока еще, не настолько богатый. Поэтому верим производителю, что здесь хороший европейский комплектующий, не китайский, соответственно, они будут дороже. Это вот цене вопроса. Дальше, опять же, вопроса нету ручек, убогий дизайн. Ребят, самый простой, дешевый вариант, это, естественно, взять оцинковочку крашеную и согнуть с нее коробочку. С листа железа метр на два, стоимостью 1000 рублей, можно сделать
десяток таких коробочек, да, если не два. Вопрос удешевления. Крепеж на заклепках. Ну, цена заклепок вы тоже все знаете, да. То есть, опять же, чтобы было дешево и просто. Поэтому вот такой убогий дизайн, как вы назвали, кирпичом, который будет мешать залезть в труднодоступные места. Ну, ребят, опять абсурд. Длина здесь, она как бы задана, да, я согласен. Но насчет подлезть, это медные проволочки. То есть я их могу согнуть, я их могу повернуть, хоть так повернуть, хоть вот так повернуть, хоть загнуть, хоть вот так сделать. Не знаю зачем, но могу. К подлазению в труднодоступные места вопрос, по-моему, отпадает. Тем более, что у человека возникает вопрос, он начинает сразу писать и не видит, что дальше в ролике идет. А дальше в ролике у нас был показан вот такой вот мягкий проводок. То есть вы залезли куда-то в труднодоступное там место, намотали провод вокруг какой-то втулки, болта, гайки, что у вас не откручивается, да, футорки, и вывели эти концы на аппарат. Вот вам труднодоступность, да, то есть здесь у вас несколько витков, но, судя по всему, насколько вот я посчитал, во всех индукторах почему-то 5 витков. 5 витков. Маленький, но тоже 5. Но мы все знаем, что индуктор – это индуктивность. Индуктивность зависит не столько от размера, сколько от количества витков. Видимо, вот эта C45, она какая-то актуальная. Поэтому наматываем 5 витков в труднодоступном месте, концы заряжаем в аппарат, включаем, греем. Есть просто кусочек проволоки. Опять же, можно согнуть какой-то интересный индуктор, да? Ну, не знаю, что-то плоское, допустим, вам надо погреть. То есть, вот сделали его не круглым, а вот, ну, вот я утрирую. Вот. Сделали его каким-то плоским, да, вот, схематично. Проволочка медная, можно десятки раз гнуть, перегибать под нужды, ваши нужды. Надели, погрели, сделали свою работу, сняли, убрали, потом перемотали. То есть для фантазии у нас есть два проводка. Ну и во-вторых, кто вам мешает? Провод диаметром, давайте я померяю. Вот так. Проводок диаметром 3 мм медный. О, медный провод, диаметр 3 мм. Пойти в электротовары, купить себе 10, 20, 30 метров провода диаметром 4 мм и нагнуть индукторов каких угодно. Ну, естественно, это потребует потом какой-то корректировки мощности. Естественно, если вы задумаете нагревать, я не знаю, коленвалы или там водопроводные краны, чугунные, канализационные, чтобы плотненько посадить. Этот аппарат с этим не справится. Ребят, ну, мозги включайте, 2 киловатта. То есть недаром же, да, у него вот индукторы вот такого диаметра, там 15 миллиметров, там 50 миллиметров, 30 миллиметров, да. Увеличение площади индуктора, его объема, соответственно, вызывает рост мощности. И рост идет не прямолинейно, не значит, чтобы был столько, 2 киловатта, вы намотали в 2 раза больше, и вам получается 4 киловатта надо. Нет, ребят, здесь идет прямо пропорциональный рост, да, то есть при увеличении диаметра индуктора, скажем, 2 раза, вам мощность уже почти в 4 раза мощная надо. Ну, это я, может быть, я в чем-то ошибаюсь, да, где-то, но если посмотреть на промышленные образцы, то там мощность десятки, сотни киловатт, да. Насчет закалки. Кстати, вот, да, один вопрос. Можно ли закаливать этим индуктором? Да, можно. Опять же, получается, у нас температура ярко-красного свечения. Мы знаем, что закалка у нас происходит ярко-красная, это даже лишнее получается. Нам надо на вишневом цвете, на темно-красном цвете. Да, то есть температура 400-600 градусов. Мы нагреваем деталь. И потом ее остужаем. В воде, в масле, там еще в чем-то, это уже другой вопрос. То есть температура, которую он может дать, позволяет закаливать детали. Вопрос в другом. Вы видели область воздействия, да, его? То есть буквально вот 1,5-2 сантиметра. То есть жало у отвертки закалить можно. Не вопрос. А ножик, допустим, взять ножик. А вы видите, да, вот зону возгрева. Там 3-4 сантиметра. То есть кончик ножа или середину ножа вы закалите. А равномерно по всей длине, ну вот пластинка тут сколько, 15 сантиметров.
чтобы ее нагреть равномерно по всей длине, это надо уже или другой аппарат, или другой индуктор. Поэтому вопросы не ко мне, если вам нужно закаливать ножи, клинки, сверла, мечики или еще что-то. Опять же, на сайт производителя озвучивайте свою проблему, и там люди грамотные, ну, сделали такой аппарат. То есть люди все равно соображают о чем-то, да? И с ними будете решать вашу проблему. То, что вам надо закаливать, и, соответственно, будете делать или мощность поднимать, или форму индукторов менять, или так далее. У меня что есть, я тем и оперирую. Следующим вопросом. Что украли у китайцев? Ребят, украли у китайцев. А что, кто у кого украл? Вернуться туда далеко назад, типа порох или бумагу, вы изобрели китайцев, значит, мы их у них украли. Альтернативная история говорит наоборот. Сначала мы это придумали, потом Индия, потом Восток, потом Китай. То есть, кто у кого что украл, ребят, тут давайте не будем заблуждаться и не будем эти концы искать. Это настолько дебри, да? Кто у кого украл конструкцию гайки? Или заклепки? Или сорт, или как, состав и рецепт изготовления меди? Кто у кого украл? Способ изготовления микросхем, резисторов, транзисторов. Да он уже давно ни для кого не секрет. Поэтому, опять же, кто у кого что украл, у кого есть возможности, у кого есть мощности, тот их и делает. А кто потерял эти возможности, утратил технологии, утратил экономические потенциальные возможности, да, соответственно, вынужден брать уже готовое. Поэтому, да, у нас радиозаводов практически не осталось. Поэтому комплектующие мы покупаем в Европе, в Америке, в том же Китае. Поэтому сказать, что мы украли у китайцев... Ребят, 20 лет у китайцев еще и промышленности не было. Они 20 лет назад победы делали, а мы в космос летали. И токи высокой частоты и ресивы мы паяли еще в прошлом веке, когда Китай ел воробьев. Это тоже, да, наверное, те, кто немножко помнит историю. Они еще о токах высокой частоты даже не задумывались. Теперь Китай, да, продает подобные аппараты десятками, сотнями на том же Алиэкспрессе. Те, кто пишет, что можно подобный аппарат в 3 раза дешевле собрать из китайских комплектующих, пожалуйста, ребят, я же вам не запрещаю. Я рассказал то, что я приобрел. Я приобрел вот эту штуку. Ну, это равносильно, что я скажу, да, ребят, я купил хлеб вот в нашем магазине, он вот такой. А вы мне начнете говорить, а у меня в Питере хлеб лучше, а у меня бабушка печет хлеб лучше. Слава Богу, хорошая ваша бабушка. Слава Богу, у вас в Питере хлеб вкуснее. Я рассказал о том, что у меня есть, и показал, как это работает. Все. Ко мне какие претензии? До недавних пор эти технологии были для нас недоступны. Если посмотреть те же производители европейских, да, ну много кто этих сварочными аппаратами, еще что-то. Буквально еще 2 года назад подобный аппарат в гараж, в колхоз ко мне в деревню купить, ребята, он стоил 200-250 тысяч на наши рубли по тому курсу. Это было нереально, да? Сейчас я могу себе буквально вот за 100 с чуть-чуть баксов, вот, ну, 10 тысяч вы видели, да, там спрашивали, какая цена, 10 тысяч рублей, вот это цена коробочки, 10 тысяч рублей, это меньше, это сколько, 130 долларов, да, получается, там, или сколько у нас выходит, ребят, да мы мечтать об этом не могли. И многие говорят, я газовой горелкой дешевле обойдется. Какой газовой горелкой? Вот такой? Не получится, мы только что провели эксперимент. Нагрев до той же самой температуры, вот эти 2 горелки делают за 4 минуты. Вот эта штука делает за 1,5 минуты одинаковую температуру на одной и той же железке. Если вы говорите о той горелке, для которой надо купить, давайте будем так, это я купил с нуля, значит приравниваем условия. Надо купить кислородный баллон. Сейчас он у меня, он стоит примерно 4,5 тысячи пустой, плюс 200-300 рублей заправка. И привезти 5 тысяч кислородный баллон. Баллон с пропаном, не будем ацетилен брать, это еще дороже. Пропановый баллон. Просто тупо заправка баллона, это 400, ой, какой 400? 20 чем-то рублей, 40 литров, почти 1000 рублей. И купить сам баллон. Если новый баллон покупать в хозяйственном магазине, он тоже 3,5-4 тысячи. Заправленный. Уже 10 тысяч. Далее, к тем 10 тысячам вам надо придобавить стоимость кислородного редуктора. Новый редуктор стоит от 1,5 до 3 тысяч рублей. Но вам еще и пропановый редуктор нужен будет.
Он другой по конструкции, но он тоже не 100 рублей стоит. То есть вам еще к тем 10 тысячам еще 5 тысяч надо на редуктора. А сколько стоит сама горелка, ребят? А сколько стоит сама горелка? Ну, не именно такая, просто чтобы вы понимали, о чем речь идет. Да? То есть кислород, пропан, два входа, сопло, горелка. Ну, это вот куриц жарить можно. Да, это вот похоже на вот эту. Только моща, извините, у нее абсолютно другая. Она тоже не 100 рублей стоит, ребята. Она 2-3 рубля, это аж бегом. Мы, почему я говорю эти цены, мы же сравниваем с вот этим, с новым аппаратом. Значит, мы все сейчас покупаем заново. Мы уже вышли с вами где-то на 17-18 тысяч. А сколько шланги стоят кислородные? От 40 до 50 рублей самые дешевые. А нам их надо метров хотя бы 10 взять. А то и 20, да? Потому что надо баллоны подальше разнести, там туда-сюда, чтобы они не мешали друг другу. То есть еще штукарик на баллоны, хомутики, проволочки. И того, чтобы погреть обойму подшипника, нам надо с вами будет таскать один баллон весом 120 килограмм, другой баллон весом 50 килограмм пропановый, да? Шланги, редуктора, то есть по всему двору эти шланги, баллоны, все это стоят, у вас это горелка, все, чтобы погреть обойму подшипника. Или вот вы взяли аппаратик, нажали кнопочку, и все. И готово. Я не говорю, что их нельзя, да, их сравнивать, вот эти вещи, абсолютно нельзя. В некоторых, над некоторыми работами они и там греют. Этой штукой, ну с другой горелкой, можно разрезать металл. Этой штукой металл не разрежешь. Но этой штукой можно крутить болтик или гаечку или еще что-то прямо внутри, в моторе, в мазуте, не бояться, что там что-то загорится под низом машины. С вот этой штукой, если хозяин машины увидит, что вы лезете с горелкой куда-то туда, в мотор возле карбюратора, выхлопной коллектор откручивает на штанах гайку, как он на вас посмотрит, да? Вопросы, да? И что мы будем греть, кроме гайки, вот такой горелкой, там, на выхлопном коллекторе, если у вас шпилька там обломилась, если вы гайку не можете скрутить? Что? Весь моторный отсек, ну это абсурд. То есть вещи, ребят, это никто не отменял, это хорошо, у меня это есть. Но у меня теперь еще вот это появилось. У меня есть вот такие вещи. Я ими пользуюсь. Удачно, успешно. Они могут делать то, что не может это делать. Вот этой штукой я бак для стиральной машины запаять не могу. Это и запросто. Но для бака стиральной машины там вещь сильно мощная. У меня для нее есть другое. Да, тут те же фены, там станция Ликей. Генератор горячего воздуха, так его назовем. Она слабее этой, но зато ей можно пластмасски паять, фары, бампера. Эта штука, бампера паять можно, но уже опасно. Можно перегреть, можно поджечь. А этой бампера я вообще не могу паять. Но зато я этой могу работать, делать те вещи, которыми я не могу делать это. Не могу. У каждого инструмента свое назначение. И когда у вас появляется что-то новенькое, интересное, у вас расширяется просто... Возможности в ваших руках расширяются. Поэтому сравнивать или говорить, украли у Китая, ребят, абсурд. Они на наших танках ездят, мы их немножко модернизируем. Когда-то мы им свои технологии продавали, да, это были 50-е, 60-е годы. Последнее время они в Японии, там, в Америке технологии закупают, а мы теперь у них это берем, покупаем. Поэтому кто у кого что украл, да не украл, пошли купили у китайцев на Алиэкспрессе. Зачем ее воровать? Купил, деньги заплатил, честно, честно, все. Ой. Далее, что тут еще у нас пишут? Горелка дешевле. Ну, мы с вами поняли, да? А горелка не дешевле. Кто-то говорит, да, я могу там отрезать ту же обоймочку шлифмашинкой. Круг 20 рублей стоит. Ну, во-первых, круги по 20 рублей, по-моему, у нас уже давно нету. 30-40 рублей даже на маленькую машинку. И опять же мы сравниваем цену нового аппарата. Значит, приплюсуйте к тем 30 рублям за кружок цену новой шлифмашинки и очки. Здесь ни очки не нужны. А со шлифмашинкой без очков нельзя. Пусть они стоят там 50-70 рублей. Машинка пускай 3-4-5 тысяч стоит рублей. И кружок. То есть уже не 20 рублей.
а давайте будем цену нового покупного инструмента сравнивать при данной операции. 5000 рублей или 10 тысяч рублей. Куча искр, шума, визга и опасность повредить посадочное место под подшипник, а рядом посадочное место под сальник. Если вы его зацепите, а это очень часто бывает при работе шлифмашинкой, и абсолютная безопасность данной операции при вот этой штуке. Абсолютно безопасно. Цены сравнивать. Шлифмашинка дешевле или горелка дешевле. Нет, ребята, не дешевле. Это дешевле, если она у вас уже купленная. А я то же самое могу сказать. Вот у меня нету, допустим, сейчас газовой горелки, но у меня есть это. И кто-то мне скажет, что это можно сделать, купив баллоны, шланги, редуктора, горелку, и у тебя это получится проще. Я тебе скажу, ты что, дурак? Килограмм и 200 килограмм оборудования, 20 метров шлангов, грязи, копоти, и вот. Меня, ребят, немножко бомбит, да, ну, просто ответы на вопросы. Стрим такой мы делаем, только в записи. Дальше. По поводу рекламы в роликах, да. Не стесняйся чаще показывать рекламу. Ребят, если бы не было рекламы, я бы не купил вот это. Я не смог бы это приобрести. Канал раскрученный, да, вы все правильно пишете, уже мы вот в конце февраля уже будем 200 тысяч подписчиков смотреть, соответственно, наши материальные возможности будут немножко расти, и игрушки у нас, видимо, будут появляться несколько уже другие. Ну, можем себе наконец-то это позволить, да. Вот, и я этому несказанно рад, спасибо Ютубу, что у меня появляется эта возможность. То, о чем я мечтал несколько десятков лет, я наконец-то, вот, уже борода седая, а я только-только сейчас могу себе позволить. Если бы не YouTube, я бы этого до сих пор бы себе не позволил. Лежал бы на диване, плевал бы в потолок или вообще бы сбухался, да? А сейчас мне бухать некогда, ребят, я не пьющий, я 20 лет уже, ладно, это лишнее, я 20 лет уже не пью, некогда мне бухать, мне интересно стало жить. У меня не было раньше этой возможности, теперь она появилась. Так, насчет рекламы. Посмотри, у китайцев дешевле в 3 раза. Опять же, повторяется вопрос, да, дешевле, но... вот такого размера, да, как половина блока сигарет, если взять, у китайцев, если есть, то слабее. Плюс здесь стоит защита. Китайцы прямым текстом пишут, при включенном аппарате нельзя вытаскивать индукторы, нельзя их вставлять, он сгорит. Здесь это можно, здесь стоит защита. Внутри. И в самой инструкции к аппарату. И в инструкции к аппарату, ну, не прямым языком, но это сказано, что если вы где-то что-то, там стоит защита, и аппарат не сгорит от этого. У китайца ни в одном этой защиты. Нет, ну, если цены там 30, 40, 50 тысяч, 120, 150 тысяч рублей, там защита есть. Но это уже другая ценовая категория, это другие аппараты, да? Вот. А в этой же ценовой категории раннего у китайцев, ну, я пока мисс не видел. Мне давали ссылки, да, подобные коробочки, ну, коробочки не 14 сантиметров длиной, а 20 сантиметров, шириной в 2 раза больше, длиннее, вес не 900 с чем-то грамм, вот, вот тут, 900 с чем-то грамм вес, даже килограмма нет, а там 2-3 килограмма вес. И вес не готового прибора, к нему нету индукторов, к нему нету проводов. Зачастую мне дают ссылку, а там просто сам генератор высокой частоты. Опять же, без индуктора, без проводов, без выключателей и даже без блока питания. А блок питания надо где-то на 200, на 100, 200, на 500 ампер и напряжением там 30, 40, 50 вольт для того блока питания. Начинаешь все это суммировать. Мы вылазим на ту же цену, да, может быть 10, 15, 20 тысяч рублей, ну 20, ладно, это уже серьезные аппараты, а 9-10 тысяч рублей, но, ребят, это еще надо все это китайское скомплектовать, придумать какой-то корпус, не, можно, конечно, на фанерку скрутить это и ходить с этой фанеркой под машиной и выхлопную трубу греть, ну это смешно. Вам предложили готовый продукт, а вы еще возмущаетесь, что это дорого. Да, я сам бы согласен купить его за 2000 рублей, но за 2000 рублей можно сейчас только электроплитку для кухни купить, да? Ну, индукционную или еще какую-то. Ну, индукционные плитки для электрокухни без переделок глобальных. Карбюратор или выхлопной коллектор вы не открутите с машины.
электроплиткой индукционной, на которой надо жарить яичницу, вы не подлезете в машину, не снимете шаровую опору, прикисшую, закисшую, да, или рулевую тягу. Не сможете. Этим сможете. Это инструмент. Так. Ну, вот, кстати, к тому вопросу, тут есть последний вопросик. Много-много мне писать, что кто-то там где-то из плитки сделал. И вы мне этим тычете. Почему-то меня обвиняете, да, то, что я купил готовое, приобрел готовое. Давайте так это назовем. Не купил, а приобрел. А, ну, там скидки, все остальное. И кто-то сделал. Вы это сделали? Нет. Вы это не сделали. Вы где-то по телевизору видели, что кто-то сделал. А во что это обошлась ему переделка? Сколько он опытов и всего этого провел? И конечная стоимость продукта. Да, купили электроплитку, да, переделали. Теперь опять же, с этой электроплиткой, с этими катушками на нее наложенными, вот это с проводами, опять в яму под машину. Да не смешите меня, ребят, ну глупости. Вы дайте мне, вот, если уж на то пошло, дайте ссылку на готовый аппарат, который вот так выглядит, вот столько весит, имеет вот такие размеры, вот такую же мощность, и скажите, что он дешевле. Я с удовольствием пойду и куплю его. Да, я видел, есть аппараты у китайцев. Такие длинные трубочки, палочки желтенькие, симпатичные. Цена 13 тысяч без доставки и в два раза слабее. Я тоже на ту штуку смотрел, мечтал о ней. И здесь появилась возможность. Вот у нас наш российский проект. Радоваться надо, что из китайских деталей мы научились хоть что-то делать. Ребят, почему вас так бомбит, я не знаю. Почему все, что, допустим, вот делается у нас сейчас в стране, вы прямо такие вот штыки, и это вы говорите, что это украдено у Китая. Да, украдено, и что? Китай ворует у всего мира. Машины воруют, магнитофоны воруют, патефоны, все эти технологии он ворует, строит и делает, и вы этим пользуетесь, да? Вы сейчас меня смотрите на китайском телефоне или китайском мониторе, через китайский компьютер, через китайский, сука, модем, провод этот. А что делать? Жизнь такая сейчас. Я бы с удовольствием пользовался всем советским еще, да? Вот он стоит, старичок, 50 лет. Я на нем после армии учился. И он до сих пор работает. Проработает ли вот эта китайская грелка 50 лет? Проработает ли 50 лет вот эта китайская видеокамера, на которой это все снимают, да? Которая называется Panasonic, там все дела. 50 лет, ребят. Не смешите. У меня на гвоздике висит смена 6, которая уже 50 лет. Она до сих пор работает. Но вот это через 50 лет работать не будет. Она пластмассовая, она рассыпется. Ладно. Давайте на этом, наверное, закончим, да, прения. И так у меня ролик длинный, я сегодня бла-бла-бла, меня понесло. Значит, сегодня давайте подытожим. Этим аппаратом сосиски жарить можно. Этим аппаратом чай, кофе скипятить можно. Сосиску можно пожарить и этой штукой. Да, для этих целей это дешевле, намного. А как для работы, вопрос дешевизны и удобства работы, ну, сами понимаете. Мы только что с вами сравнили, да, ту же шлифмашинку и эту вещь. Искры, брызги в моторном отсеке. Куда вы подлезете со шлифмашинкой в моторном отсеке? Куда вы подлезете со шлифмашинкой в подвеске автомобиля или там разбирая прикиши, закиши глушитель? Те, кто это все лазил и делал там, ни одного гневного комментария не написали, ребят. А те, кто видел, как это делается, те писали. Он же видел, он же знает, что можно шлифмашинкой. Можно, я сам до этого сколько лет пилил шлифмашинкой. Рядом должен быть огнетушитель, рядом должен быть еще пожарник у тебя дежурный, а то и два с песком, со всем остальным. Ну, короче, погрел, открутил, все. Радоваться надо, что такие технологии, возможности приходят в ваш гараж, да? И тех, кого бомбит, что он где-то что-то видел, что там где-то дешевле. Когда вы приедете к мастеру, он достанет вот такой аппарат и погреет вашу приржавевшую гаечку и потратит на это буквально, мы с вами время засекали, да, 1,5-2 минуты, 3.
ему не надо тащить в ваш мотор драгоценную вашу машину, которую вы еще ипотеку или кредит не выплатили, да? А вот туда с горелкой газовой полезет, со шлангами, да, которые царапают крылья и все остальное прочее. Ой, ребята, ребята, ну немножко мозги-то включайте, когда пишите комментарии. Ну, а на этом, наверное, все. С наступающим вас старым Новым годом, да, он сегодня, завтра, когда он у нас там будет. Пусть Дед Мороз почаще вам делает подарки. Ну, или вы будете уполномоченными сами себе сделать какой-то подарок, который вас приятно удивит и порадует. Будьте все здоровы. Всем ремонтерам огромнейший привет. Всем пользователям автомобилей, которые нас кормят. Огромнейший привет, ребят. У меня самого есть машина. Я знаю, как ее ремонтировать. И поэтому именно приобретается вот такое всякое оборудование. Да, вот эти всякие инверторные спотера, вот эти вот всякие микроволновки и так далее. Полуавтоматы. А вот просто маленький по скрипту, да, вот вы приехали варить порожек, да, вот у вас какая-то машина. Если сейчас человек начнет разводить карбид, доставать горелку, тащить баллоны с кислородом и шлангом и начнет срезать вам газовой горелкой ваш порог, а потом приваривать его газовой горелкой к вашему, я не знаю, какой-то японцу, вы от него убежите. А если вы приедете к человеку, у которого есть полуавтомат, а еще лучше вообще контактная сварка, да, вы скажете, вот классный мастер, глянь, каким оборудованием работает. Все идет, все меняется. Поэтому желаю, чтобы у вас всегда, чтобы вы все были всегда на острие новых технологий, чтобы у вас в гараже, в вашей мастерской было всегда новое хорошее оборудование. Дорого. Согласен, дорого, ребят. Я бы сам бы с удовольствием эти вещи покупал бы по 100 рублей на сдачу от булки хлеба, да? Ну, чтобы такие вещи приобретать, приходится отказывать и покупать себе по полбулки хлеба, а потом ее приобретать. Как бы это ни было грустно, и у всех, наверное, так, да? Время у нас такое, страна у нас такая. Ладно. Будьте здоровы, всем большой привет, всем творческих успехов, всем пока. Извините, если я на кого-то нашумел и наорал. Иногда бомбит от ваших комментариев, а иногда просто смеяться хочется, насколько безграмотные люди. Ну, на как приятно читать конструктивные и интересные комментарии. Честное слово, приятно. Большое вам спасибо. Всем пока.